Писаренко, Дыряев, Романов, Списков я никогда не видел, мы просто знали какие-то нормы, и теоретически я подхожу, но вряд ли в первой волне, не знаю. Но вряд ли, если вы хотите получить ответ на вопрос, почему все люди сейчас идут сюда из России, то да, это из-за того, что объявили